всех людей, кто там студентов, кто там учится, такие шикарные фотографии, шикарная природа. И это здорово вообще. Я распечатала свое резюме и в дверь стучалась по каждому офису, который я никогда... Не все, что предлагают, на это надо идти. Mm-hmm. То есть что-то, может быть, вам не подходит, и вы yeah. даже не понимаете смысл этого, суть этого. А много что здесь существует. Поэтому говорила подруге, говорю, вот я так хочу получить работу, говорю, до своего дня рождения. И бац, я получаю как бы две работы. Это была работа с банком. Да, это здорово вообще. Я каждый семестр просто ждала, когда я поеду домой. Сейчас все, адаптировалась. Привет всем. Сегодня у нас в гостях Ажара. Привет всем. Буду задавать вопросы, пройдем небольшое интервью, которое будет полезно вам. Узнать информацию из первых уст. У Ажары большой опыт как в образовании за рубежом, так и работы в банке. А еще Ажара сама приехала в Канаду, то есть сама тот, кто жила когда-то в Казахстане, угу. и в итоге эмигрировала в Канаду. То есть да. вот хочется из первых уст спросить. Хотя я не планировала эмигрировать. Кстати, вот интересно, вот как ты надумала эмиграцию? Эмиграция, как вообще как Канада получилась? Я всегда знала и мечтала мне для 13, что я буду жить за границей. У меня была мечта, Ницца, жить в замке. Это была моя мечта с 13 лет. Вот просто в голове вот идея, что я буду жить за границей. И когда пришло в то время, когда выбирать место, и у меня родители сходили в агентство. В агентство сказали, говорят, о, зачем мне французский язык, там 2 года, бла-бла-бла. И думаю, у меня все равно в голове оставалась Франция, что я хочу туда, хотя ни разу там не была до этого. Mm-hmm. И так они сказали, вот посмотри Ванкувер. Там Олимпийские игры, безопасный город. Безопасно на тот период было на первом месте, конечно. Я посмотрела Рода. И все настолько понравилось, что я говорю, я хочу туда. Вот это просто такой вид, пейзаж, как бы. И я сказала, что я хочу в Ванкувер. И после этого, даже не задумываясь, я поступила в Ванкувер. Угу, поступила приехала на учебу. Сюда. Да, 18 лет приехала сюда на учебу. 18 лет. Молоденькая. Да. После да. школы, получается, да? Да, после колледжа. Угу. Я в Казахстане училась в колледже, закончила колледж финансы и права и приехала сюда. Угу. И, конечно, я говорила всем, говорю, я не буду скучать, говорю, приеду через год. Да. Оказалось, после первой недели я сказала, что я хочу обратно, не нужна мне эта Канада, потому что был языковой барьер, все это как бы хотелось домой, с да. родителям. Но, конечно, благодаря маме как бы я поддержки. Продержалась, да, потому что мама говорила, хочешь, возвращайся? Я говорю, нет, не вернусь. Потому... То есть у тебя методом от противного. Хочу, сказали, возвращайся. Я говорю, нет, нет, тогда не хочу. Но тот момент поняла, что я хочу-то, как бы, хоть неважно, хоть было сложно, но я готова была дальше идти. Да, ты поняла, что тебя больше сложности манят обратно, нежели чем реальное желание вернуться. Да. То есть ты поняла, что Ванкувер все-таки да. тот город, в котором ты хочешь остаться. Да. И потом отучиться насчет иммиграции, как пошло-то. Потому что многие говорят, вот сложно найти учебу после работы. Я дала себе 1 год, думаю, если в течение года не найду работу, тогда я поеду все-таки в Европу, которую я хотела. Это уже после учебы? Да, ты после учебы, да. И ты закончила какое образование здесь? Связь с общественностью. ВСФИО, связь с общественностью. Университет, бакалавриат. Да, да, бакалавриат. 4 года ты 4 года, да. 4,5 года отучилась, потому что я выбирала разные специальности, на которые хотела учиться. Из-за этого я образование в Канаде люблю, потому что выбираешь разные предметы, обязательные предметы, предметы, которые дополнительные. Ага. И это помогает тебе, что ты хочешь делать дальше, например, это может быть что-то связано с общественностью, паблишинг, или какие-то политические курсы, лингвистика, то, что и ты... И вот еще, Жар, вопрос. Ты пока mm-hmm. училась, у тебя была какая-то работа? Ты подрабатывала? Студенту можно подрабатывать 20 часов в неделю. Да, но в тот момент, когда я начинала учиться, не было такой возможности. Это началось в 13 году, в июне месяце, когда все студенты могли работать. А до этого надо было подаваться на определенный work permit. Да. На тот момент мне родители говорили, пока есть возможность, можешь изучать язык, читай да. книги, вот, развивайся именно потому, что на тот момент... Хорошее, как бы, спасибо большое да, родителям да. за такую что они говорили, изучай язык, делай, что тебе принесет пользу в будущем, потому что они понимают, что это время, это то, что у меня сейчас есть, да. что я должна вкладывать в себя. Ну, конечно, мы все это познаем только когда поступает да, период. Да, становимся постарше. Да. да, конечно, мы ценим сейчас каждое свободное время, за каждый выходной день хочется прочитать, как-то его провести более продуктивно. С пользой, да. Да, и
После этого я дала себе год и нашла работу, в принципе, достаточно быстро. Мне потребовалось 3 месяца, но 3 месяца... Это вот после окончания? Да, ага. Да, после окончания я поехала. Получила открытое разрешение на работу? Да, но это не знала об этом, что мне надо подаваться на самом деле. Я закончила 30 ноября, был последний assignment. Да. Я свое задание сдала и поехала домой на 1 месяц. И приехала 2 января, думаю, после Нового года. Кто приезжает? После 2 ноября, после, думаю, все-таки Новый год, надо начать искать работу. Я ходила всем агентствам, я знала, что хочу быть в сфере образования, потому что я была волонтером. А, мы разговаривали насчет работы. Я пока училась, я проводила волонтерство разных ходила. Ага. И как раз искала себя, да? То есть ты волонтерила, пробовала, что тебе нравится. Кстати, хороший способ один из, пока вы учитесь, если позволяет время и деньги, то есть именно волонтерить, чтобы находить себя. Это опыт на самом деле. И плюс опыт, можно включить в свое резюме. Да. И в русском посольстве было разные мероприятия, даже один день. Даже мне друзья говорили, кто идет на разные волонтерства, не знаю, там 6-7 утра, как бы целый день. Это совершенно бесплатно, но зато они тебе дают там письмо, то, что ты участвовал, что ты проходил практику, там сколько-то часов или сколько-то дней. Но это, конечно, все это помогло. Помогло. Но тут был интерес, я говорила на все, да, конечно, все это было интересно. Но благодаря этому нашла работу. А как после окончания, я не знала, что мне надо подаваться на открытую рабочую визу. Ага, я то есть у тебя была студенческая виза, и ты думала, все, и нормально. Да, и нормально. Дальше само как-то там... Ну, как бы даже об этом... Даже не, да, когда ты учишься 4 года на студенческой визе, ты даже не думаешь, потому ты уже забываешь. Потому что мне еще была как бы доступна до сентября месяца. Это был январь месяц, я говорю, я буду искать работу. Я выписала все агентства образовательные, иммиграционные, что я хочу там работать. Я распечатала свое резюме и в дверь стучалась по каждому офису, который я никогда не знала, могла постучаться в дверь и сказать, вот, можно поговорить типа с вашим менеджером, я хочу у вас работать. Вот, кстати, молодец, Ажара. Вот смотрите, как Ажара делала, очень уверенно, шла уверенно к цели, действовала. Главное действие. Есть желание, то есть найти работу, и второе – это действие. И ты это делала на ура. Да, молодец. И, конечно, разные были люди, которые там позвали разные интервью, разные компании, которые там, даже некоторые говорили, даже было как бы иммиграционный агентство, но они говорили, что, не знаю, насколько сейчас лучше говорить, не говорить, еще... Эта компания была... Мы все хотим знать. Это компания, которая говорила, создай мне бизнес-план, у тебя есть выходные, пятница, суббота, воскресенье, создай мне бизнес-план, как привести русскоговорящих девушек. А кто хочет выйти замуж за канадцев. И создай мне бизнес-план, и работа твоя. Ну, конечно, я на тот момент сказала, хорошо, я сделала, но для меня это было создать бизнес-план. А потом я такая вышла с офиса, думаю, зачем мне туда? Что-то там не то, как бы. Ну, там, конечно, он показал там все файлы, которые, что можно фотографию, всю переписку, все это для иммиграции, конечно. И те люди, которые хотят привести русскоговорящих там девушек типа в СНГ. Как бы потенциальных жен, да? Да, потенциальных жен, да. И они готовы были платить большие-большие деньги. Девушки. Мужчины здесь, наверное. Я не знаю, я подробности не... Интересный у тебя опыт такой, да. И я как бы ходила разными миграциями. Для меня это было так странно, потом я родители за ним, говорю, мам, так, что-то как-то странно. Говорю, ну и после этого как бы, ну зато сходила, зато узнала, что есть такие варианты. Да, кстати, вот хорошо ты подметила, вот видишь, даже у тебя такой интересный опыт. Многие сталкиваются здесь в Канаде с разными вот такими вариантами, то есть не все, что предлагают, на это надо идти, то есть что-то, может быть, вам не подходит, и вы даже не понимаете смысл этого, суть этого, а много что здесь существует. Поэтому каждый в итоге находит свое. Да. А потом, во время учебы я работала в месте, это называется Yeti Yogurt, не знаю, не слышала ли это, на SFU, на горе. Там такие замороженные йогурты. Замороженные йогурты, ты можешь... Разные, как бы, не разные вкусовые добавки. Ты берешь, наливаешь разные, прям такие, можешь добавить там эти джелли, шоколад, фрукты, шоколадки, киткаты. Есть, кстати, очень популярный метатауни тоже есть, то есть, может, другой бренд у них. Другой бренд, да. И тогда на тот момент было как раз, вот дома, как бы, у меня каникулы были, домой не поехала, и, как бы, поработать, как раз я хотела купить родителям подарки на свои деньги, чтобы, как бы, свои было то, что и для опыта. И как раз я волонтерство проводила время, как бы, и плюс подрабатывала. Это, конечно, был колоссальный опыт. Ага, и после окончания. Ну, и все. То есть вот ты поработала, а потом как ты дальше развивалась? Все, поработала. На твой work permit, когда ты вспомнила, что мне надо подавать? Ну, потому что когда ходила искать работу разным агентствам, мне сказали, а где твое разрешение на работу? А я говорю,
я не знаю, как бы на тот момент, на самом деле, я искренне, как бы они поверили, потом мне сказали, говорят, подайте на work permit, если ты закончила. Так, после этого они решила, сказали, да. И после этого они говорят, возвращайте, как ты получишь. Да, кстати, Ажар, вот интересный момент, что, допустим, сейчас делаем мы, как иммиграционные консультанты, у нас в базе, в системе, в нашей системе базы данных на каждого нашего клиента есть данные, то есть вы получили, например, студенческий пермит, мы знаем, когда окончание этого студенческого пермита. И мы вам можем написать напоминание за 3 месяца, что у вас подходит к концу, как у вас дела. То есть вы будете продлевать студенческий пермит. Это очень хорошее качество. Или рабочий. Тут видишь, кстати, да, это очень полезно, судя по всему, что студенты, когда живут, находятся здесь, причем не зная правил, что нужно и когда нужно подавать на продление, просто живут, наслаждаются жизнью, занимаются своими делами, и в итоге, да, такие вот напоминания. Тем более, напоминалки. Если они поздно подают, то какой-то там штраф есть, как бы сейчас сумма. Да, там идет восстановление статуса, restoration of status, дополнительные государственные пошлины, и плюс еще риск того, что государство может сказать, извините, вы нарушили правила, до свидания. Такое тоже бывает. Поэтому, значит, этот момент тоже важный для нас, для нас, когда мы студенты. Да. Здорово. То есть ты, получается, подала все-таки на пост, Grad Open Work Permit. И потом я получила, на самом деле, этот процесс длился долго, я подала где-то, наверное, в середине января. И получила только в конце... Июня, может быть? В конце марта или в начале апреля. Марта, даже, кажется, в середине апреля. Как раз я думала, вот я говорю, у меня день рождения, кажется, в апреле, 13 апреля. И я говорила подруге, говорю, вот я так хочу получить работу, говорю, до своего дня рождения. И бац, я получаю как бы 2 работы. Это была работа с банком. Да. Предложение о работе. А потом на тот момент уже готова была работа где угодно. Вот, я как ты получила предложение о работе с... Работа с банком. Работа с банком. Я подала свое резюме через сайт. Кстати, и... резюме, заметь, они смотрят. Да, важно, резюме. Чтобы было все правильно, по стандарту оформлено. Да, и еще, конечно, всегда связи. Связи, когда через... Знакомство. Да, знакомство. Нетворкинг. Да, это очень важно, на самом деле, нетворкинг. И... Нетворкинг, через нетворкинг там посоветовали меня, вот сказали, вот там моя знакомая или кто-то там подался на через ваш сайт, посмотрите, потому что как бы когда кто-то рекомендует внутри компании, это очень они дает доверяют большую этому, силу. Да, большую силу. И они, конечно, например, скажем, там, если скажем, в отдел кадров у них 100 заявлений, там 100 резюме, они, конечно, выбирают сразу в приоритете уже на одну ступеньку, ставят кандидата, который кто-то внутри, да, по рекомендации. Это из-за этого нетворкинг очень важен. И тогда меня пригласили на интервью. Сначала было по телефонное интервью. А еще говорила, если будет там меньше $15, я даже не пойду на второе интервью. Я на интервью даже не готовилась, на самом деле, как бы там, как многие думали, вот надо готовиться как-то там. Я как пошла, думаю... Была сама с собой. Да, и первое интервью прошло по телефону, думаю, все так по телефону страшно. Потом второе интервью было в офисе, такой офис, большой, огромный стол, 3 человека. Да. Из них как бы обычно даже бывает интервью, кто-то такой разговорчик, кто-то такой суперсерьезный, кто-то больше такой нейтральный. Да. И ты думаешь, вроде разговариваешь, кто-то смеется, ты там по кругу, и то кто-то там, как раз женщина была, она такая суперсерьезная. Я как раз там смотрела на нее и как бы становилась серьезно, потому что как бы и ты теряешься, и ты думаешь, нельзя смотреть в глаза, надо как-то приблизительно лоб, да, как бы так. Ты вспоминаешь, какие правила прохождения интервью, чтобы все прошло успешно. И, конечно, потом меня пригласили, все прошло успешно, все хорошо. Потом мне прошло, я уже сказала им да. Потом они мне на следующий день отправили email, сказали, мы хотим вас, чтобы вы будете работать на нас. Там, можете ли начать 27 там, апреля? Потом я думаю, все классно, все, начинаю работать, такая вся радостная. Потом мне иммиграционный консультант сказал, что если я в будущем хочу остаться, что работа в банке она не подходит. Но я на тот момент была готова работать в банке, потому что... Именно та позиция, да? Потому что работа в банке, вообще, она может подходить, если она квалифицирована по НОКу, а вот там была у тебя СИ, наверное, да? Да, это потому что, когда ты вначале начинаешь, это начинается уже как бы с начальной, потому что должен отработать, а потом уже по карьерной лестнице ты там двигаешь, потому что надо разные сертификаты получать, и как бы и на все на это смотрят. И я потом, мне пригласили со школы, с Vancouver
Vancouver International College, это на New Westminster. Школа английского языка. Но это не была школа английского языка, это была high school, это школьная программа. Да, школьная программа. 11-12 класс. У них вообще разные, да, ведь у них школьная программа, есть английский язык, ну, есть летний лагерь. Ну, это в Ванкувере, есть, оказывается, такая же школа из Ванкувера, есть такая школа на New Westminster, это как больше школа. На тот момент я даже не знала, что существует такой школа, Vancouver Film School. Ой, Vancouver International College, который в Ванкувере находится. Но это одна сеть компаний? Нет, не одна. А это разные, да, просто разные. Название похоже. Название похоже. Ага, понятно. И тот момент помню, когда я там другу сказала, вот я работаю в Vancouver International College. Да. И он, оказывается, как бы я даже не уточнила, где именно, в каком городе, New Westminster или в Ванкувере. Ванкувере. Он, да, говорит, я, говорит, зашел к тебе, говорит, здесь тебя нет, сказали, что такой человек здесь не работает. И в тот момент я узнала, что есть, оказывается, что есть такая же школа, такая, но да, она языковая. Я отработала там 3 месяца, потом я не подписывала контракт с ними, ну, потом я работу в банке, я вынуждена была отказаться, им сказала, как получу свои документы, я к вам вернусь. Кстати, ты сдержала свое обещание. Да, на самом деле так интересно, что так получилось после, отработав 3,5 года в языковой школе, где я работала маркетологом, и так получилось, что обратно так все сложилось в жизни, что мне предложили работу в банке. И в тот момент они мне предложили, это было в середине мая, а я как раз получила 1 мая свой пиар. Пиар. Вот мы с Жарой как раз обсуждали, насколько легко или сложно найти работу. Mm-hmm. Приходим к такому выводу, что если ты хочешь и ты действуешь, что ты работу найдешь. Да. При этом разные способы. Резюме, да, важный фактор. При этом нетворкинг, знакомство, да, очень важный фактор. Именно через знакомство очень много происходит. Да. И нам самое главное сделать резюме таким, что, что, например, если дать, например, другу, знакомому человеку, что человек, посмотрев, хочет, о, я хочу узнать сразу больше от этого человека, как бы. Да. И как здесь в Канаде любят, они, например, где ты работал, смотря, например, ты даже работал где-то, скажем, в Старбаксе, делал просто кофе или любой кофейне, угу, ты должен сказать, о, я в день там обслуживал такое-то количество человек. Потому, да, что это то очень важно, иметь именно конкретику, да, твоей производительности. Да. Что именно ты делал, там, отвечал за кассу или там заказывал, потому что это все-таки ответственность, потому что это как бы сертификация с продуктами работы, это все как бы считается. Да, то есть под определенную сферу подбираешь те факторы, которые хочет видеть работодатель, да, и уже априори до вопроса на них отвечаешь, да, в своем же резюме. Даже если, например, ты на ресепшене работаешь, например, скажем, да, как ассистент, и говорит, вот там я делал там полностью там календарь своего там начальника, да, или там, да, отвечал на звонки, там направлял там департамент там 300 человек или там 3 человека, в зависимости от сколько человек, там помогал там распределять все файлы, там конфиденциальные, все это как бы указывает такие. Да, спасибо, Жан. Еще знаешь, у меня к тебе такой вопрос, посоветуй нашим слушателям, угу, как можно преодолеть психологический барьер быстрее и влиться уже вот в другую культуру. На самом деле, как бы заставлять себя и общаться с разными людьми, не просто как бы, да, сидеть дома, конечно, это наша комфортная зона, например, это, конечно, так ничего не изменится. Как у меня произошло, например, 1.5 года мне потребовалось, чтобы адаптироваться в Канаде. Полтора года. То есть ты прям почувствовала вот эти 1.5 года? Да. То есть что вот сейчас все адаптировалось? Не то, что как бы прямо адаптировалось, так сказать, можно, потому что я до этого, я каждый семестр, например, как здесь один семестр, как бы 4 месяца, правильно? Да. Там, плюс экзамены, плюс каникулы. Я каждый семестр просто ждала, когда я поеду домой. Я, ага, просто, я считала дни, как бы у меня даже бывало моменты, когда я писала все эти там месяцы, например, скажем, январь, февраль, март, апрель, что когда экзамен последний, когда я домой поеду. Интересно, это когда люди работают, например, с понедельника по пятницу и ждут пятницу, и когда выходные наступят. Вот примерно так же. Да, это примерно так же было. А потом, когда ты поняла, что теперь ты не ждешь, это ты было почувствовала, что вот сейчас это похоже, да, ты адаптировалась. Это даже не то, что мне среда так оказалось, то, что, например, мне визу дали на 1.5 года, до ноября месяца. Я подала заранее на визу, как бы студенческое продление визы, но мне не дали до, как бы, Нового года визу, до каникул. И единственный вариант пришлось смириться. В тот момент, когда я смирилась, я начала
проходить на разные волонтерские, как бы этот. И до этого я искала общение с русскоговорящими. И mm-hmm. после этого, наверное, этот момент тогда пошел, тогда я начала волонтировать, как раз на Orientation Leader для новых студентов, помогать. Mm-hmm. Это все, конечно, как бы это все. И начала общаться с иностранными студентами больше, как бы. Ага, втянулась. Да, втянулась. Mm-hmm. И после этого меня как бы все это затянуло. Конечно, я скучала безумно по семье, хотелось домой, но уже не так. Уже, потому что появились интересы, да. Появилось общение. И, кстати, вот еще хочу спросить. Ты сказала, ты подавала на визу и на продление. Uh-huh. А как обычно происходил этот процесс? Вот начиная с момента приезда и потом, когда ты уже была здесь. Кто-то тебе помогал в этом процессе? Сама. Ты делала все сама? Сама, да. То есть даже первая твоя студенческая виза, ты делала ее сама? Нет, через агентство. А, ее делала через агентство. Первое через агентство, а потом uh-huh. продление уже я делала сама. Потом уже сама. Как да. вот ты находила информацию? Что ты можешь посоветовать вот именно в подготовке документов? Какие uh-huh. могут быть советы, чтобы вот улучшить и сделать процесс более эффективным? Первое, мне кажется, наверное, все-таки, конечно, можно сделать все, можно в жизни делать самому, но иногда бывают какие-то документы, которые ты вот хочешь убедиться, ты хочешь, чтобы кто-то проверил, да? Даже мнение эксперта. Да, мнение эксперта. Угу. Хотя бы взглянуть, чтобы это как-то... Чтобы, потому что ты не хочешь... А вдруг, а если я что-то забыл? А потому что слишком много но-но-но, и как бы ты себя начинаешь и как бы внутри думаешь, а если у меня не получится, вдруг не получится, лучше с кем-то. То есть делать даже... Человек пусть даже не сделает вместо себя, а просто перепроверит твои документы. Конечно, лучше всего ты сам знаешь. Но первым я делала агентство, потом остальные все документы я сама делала. В принципе, угу. это все было легко. На тот момент, когда я училась в колледж, нам давали еще информационный, у нас был воркшоп. А, да. давали, да, вот воркшоп. В институтах это делают? Сейчас это только иммиграционные консультанты могут, на тот период, когда это был 10-й год, тогда у нас было разрешено. Да, разрешено, один час у нас как бы вопрос-ответы, и могли задать вопросы спокойно, угу. и в тот момент, конечно, помогало. Кстати, здорово. Кстати, вот раньше так было, можно было, сейчас что можно делать, тот, кто подготавливает документы сам, это здорово, и можно брать даже в принципе, консультацию иммиграционного консультанта, там не услугу полностью подготовки да. файла, а услугу проверки файла. Да. Такие иммиграционные консультанты да. тоже это предоставляют. Но некоторым просто лень, им как просто легче дать, как бы, но все равно, как бы, все зависит индивидуально от человека. Но первый, да. конечно, я советую лучше через профессионала, а потом, если продлить, потому что для некоторых это накладно, как бы, ну, из-за этого лучше да, можно и сделать. Если есть время, например, самому разобраться, да. плюс, когда сам разбираешься, все-таки ты сам полностью контролируешь свою mm-hmm. ситуацию, точно знаешь, где что написано, где что указано, да. при этом подкрепить мнением эксперта. Да. Это вот идеальный да, такой вариант. Здорово. Вот что ты посоветуешь? Каким образом можно этот процесс документации для себя сгладить? Чтобы это было заранее. Заранее, да? Заранее, например, если знаете, например, истекает не знаю, виза или разрешение на учебу, например, за 90 дней, сделать хотя бы за 100 дней уже начать готовить документы, которые да. нужны там, потому что если ты, одно из обязательных документов, это ты мне можешь поправить, если это не так на данный момент, письмо, то, что ты обучаешься в таком-то учебном заведении, что некоторые учебные заведения, например, в котором я работаю сейчас, это FIC, да. колледж, там нужно как минимум, потому что в зависимости от сезона, как минимум 7-10 рабочих дней, да. чтобы подготовить письмо. А если за срочность, надо будет оплатить, конечно, срочность все равно от 24 до 48 часов. Да, вот Жара правильно отметила. Кстати, Жара сейчас работает в институте при университете. Mm-hmm. У нее вот обширный опыт и работы и в банке, и, как мы уже сказали, да, в институте. В каждом университете, институте и колледже есть свои правила выдачи писем. Mm-hmm. В английской школе это могут подготовить за 2 рабочих дня. Да? Mm-hmm. В FICIT, как ты говоришь, это занимает... Сколько? Обычная, например. Обычная, да. 7-10, например. 7-10 дней. А если срочно, конечно, за 1-2 дня могут сделать. Но это, но это доплатить, mm-hmm. да. То есть поэтому, когда мы подаем на продление документа, mm-hmm. также студенческого пермита, ты права, также yeah. такие же правила и остались. Письмо обязательно нужно с института или колледжа. И чтобы даже взять это письмо, это тоже время. Поэтому yeah. здорово. Спасибо за такой банка, совет. Например, на том моменте, если нужно, чтобы достаточно количество средств было в банке, это все как бы нужно дополнительно.
сфотографироваться. Да. Это все как бы ты, когда ты занят этим экзаменом, да, ты берешь, чтобы стресса больше не было, тебе лучше заранее подготовиться. Спасибо, да. Но не прям заранее, потому что некоторые говорят, вот у меня там истекает через полгода. Через полгода, да. Я уже хочу подавать на продление. 4 месяца, мне кажется, вот это идеально начать задуматься, как бы вот именно, потому что документы, как бы все это. Кстати, то же самое, когда мы еще находимся за пределами Канады и хотим приехать, да, то тоже желательно этот процесс сделать заранее. То есть, если мы хотим оказаться в Канаде завтра, такого, к сожалению, на данный момент не бывает, так как есть визовые процессы. Визовые процессы нужно дать время и для государственного работника, офицера рассмотреть этот файл, и плюс нужно дать время себе, чтобы как раз подготовить и документы, если это колледж или университет, поступление туда, плюс банковские справки, все остальные документы, перевод этих документов. Поэтому вот то, что Жара говорит заранее, это вот важный фактор и для тех, кто находится здесь, и тех, кто еще находится за пределами. Спасибо. И даже в учебе, когда, ну, чем раньше, тем лучше. Чем раньше, тем лучше, да. Зато все в спокойном режиме, без спешки. Ну, иногда, конечно, когда поджимают сроки, то, что это тебя больше, ты продуктивнее, но, конечно, дополнительный стресс, который не можно избежать. Который можно избежать, да. Кстати, вот что касается стресса и вообще вот нашего состояния здоровья, все это взаимосвязано. Как ты вот посоветуешь нашим слушателям, особенно тем, кто еще находится за пределами Канады, что желательно подлечить, к чему готовиться, то есть до приезда? Оф, медицина. Медицина, медицина, да. Все то, что есть какие-либо заболевания или какие-то, лучше сделать полный медосмотр, если есть возможность, время. Если, например, если вы знаете, что у вас там проблемы с зубами или зрением, лучше все это, конечно, подготовиться. И если, например, со зрением, лучше заранее, например, приобрести новые очки, новые линзы. Если вам, знаете, что вам надо, не знаете, когда поедете, обновить линзы, то все, конечно, лучше перейти на английский язык, что все это было заверено, что здесь можно было и купить. Потому что здесь без страховки очень, как бы, очень дорого. И даже когда решите приехать, лучше иметь страховку медицинскую. Да, вот касаемо страховки, здесь же есть MSP, вот, в частности в Ванкувере, государственная страховка. Ее причем нельзя получить ни визитором, ни тем, кто просто на английских курсах, у кого виза не study permit. Те, у кого стадий студенческий пермит, им уже разрешено. Так вот, вот по частным страховкам, когда ты приезжала, у тебя страховка была своя из Казахстана или мне, ты ее здесь? В колледже дали. То есть у тебя дал колледж, да, колледж, да. Но если быть честно, на самом деле, я нахожусь в Канаде 10 лет. Да. Я воспользуюсь своей страховкой только 1-2 раза. Да. И потому что я все время дома, потому что дома стоматология домой намного съездила, дешевле. Все подлечила, все проверила, да, потому что у меня мама врач, и дома, думаешь, дома все проверили, все хорошо, приехал сюда, и как бы ты не задумаешь дополнительных там расходов, что которые нужно, ну, конечно, надо будет платить. Но на данный момент я уже поняла, что Ванкувер это мой дом, и, конечно, уже думаю, здесь надо своего там уже врача найти, и как бы места, как-то в стоматологию, потому что проверяю, потому что не знаешь, когда поедешь в следующий раз, за это уже как бы ты адаптируешься здесь. Но лучше, конечно, дома, потому что дома ты знаешь, хотя можешь объяснить на своем языке, да, что у тебя болит. А так думаешь, а у меня там болит что-то, думаешь, что-то, как это вообще объяснить, что же это, особенно когда у нас еще английский начальный. Согласна, то есть по свету Ажары подготавливаемся, медицина, полное обследование, по максимуму все делаем у себя дома, особенно зубы, глаза, и, потому что это даже, кстати, в страховку государственную не включено. Да. Зубы, это отдельная оплата в любом случае. А страховка местная, она будет для emergency, для экстренных случаев, вполне то, что нормально. Спасибо. И еще вот такой вопрос, когда ты переезжаешь, вот что бы ты советовала с собой не брать, то, что здесь не понадобится, и наоборот, что точно нужно взять из дома? Наверное, не стоит брать розетки, потому что все-таки, если, например, да, скажем, если у вас уже есть технологии, скажем, тогда, конечно, можно взять, потому что можно адаптер купить. Если у вас нет адаптера, если как бы вы собираетесь только купить, я думаю, что всю технику можно здесь приобрести, что, которую, кстати, можно использовать, да, да, в Северной Америке. Жар, ты в точку попала, ты очень права. Еще почему? Здесь же вольт, у нас 220 вольт, а здесь 110. 110, 120, да, что такое? Даже техника,
которая наша, она приспособлена под 220 вольт. Здесь эти 120 вольт, она работает по-другому. Да. То есть, на самом деле, я вот то, что все, что я с собой когда-то привезла, полностью в течение там полугода у меня все это поменялось. Да. Поэтому всю технику лучше приобретать. Да, технику, наверное, можно приобрести здесь. Иду, конечно, первый там год-полтора я привозил все, практически еду, например, я обожаю сухофрукты. Да. Я сухофрукты все привозила там из дома, из Казахстана. А сейчас ты нашла здесь магазин? Да, здесь иранские магазины, есть здесь все можно найти. Конечно, да. Конину нельзя найти, но здесь слышу, что конину тоже можно. Но, в принципе, здесь все можно найти. Самое главное, как сейчас я отношусь к путешествиям, это брать с собой документ, да, и брать карточки, где есть деньги. Все. Да. Остальное все можно купить, приобрести, так что нет ничего. Если что-то забыли, ничего страшного. Лучше, конечно, подготовить на первое время, например, чемодан. Раньше можно было просто в Казахстане, можно было два чемодана брать. Сейчас один чемодан. Да. Из-за этого, как бы, в принципе, нужно брать вещи, которые ты будешь использовать первое время. Да, вот это идеальный совет. И шубу с собой, наверное, не брать, потому что нет необходимости носить. Это, во-первых, как бы здесь очень тепло, и, во-вторых, здесь очень... Приветствуется охрана животных. Greenpeace. Это правда. То есть шуба и такие очень-очень теплые вещи. Здесь не... Если мы говорим про Ванкувер, Торонто — это другая история. Ну, Greenpeace все равно, мех лучше воздержаться. Воздержаться, да. То есть вот здесь это не актуально, это правда. Кстати, очень хороший совет, то, что на первое время взять по вот все, что необходимо, то, чем ты точно будешь пользоваться, приехать, так как есть возможность потом возвращаться домой, все равно в течение первого года обычно получается так, что ты домой летишь, даже навестить своих близких, то есть возможность полететь потом с пустым чемоданом, и добрать себе вещей, которые тоже очень нужны и пригодятся. Но ты уже точно будешь знать, что тебе надо. Да. И здесь витамины все можно приобрести здесь. И самое главное, если вы как студент или как через иммиграцию, самое главное — не забыть документы. Это как бы не только не включая паспорт, например, если там для где-то, если будешь обучаться, study permit, там все документы в какой или школе, чтобы узнать, там, что ты на самом деле там будешь учиться. Взять с собой на всякие фотографии. То, что дает документы, полностью пусть пакет документов будет с собой и медицинская страховка. Да. Все нужные документы. Номер один, согласна, точно. Здорово, спасибо. Расскажи еще, пожалуйста, вот как здесь можно арендовать жилье? И на что обращать внимание? Вот твой опыт с самого начала, и сейчас ты уже живешь 10 лет. Насколько этот опыт отличается, как только ты приехала, на что ты обращала внимание, и сейчас как опытный арендатор ты уже смотришь, на что ты смотришь сейчас? Аренда жилья надо искать в Крейглисте. Это сайт, который можно ссылки написать, Крейглист, где можно найти, купить что-то, найти в аренду, продать, все что угодно. Все то, что не знаете, можете обратиться сюда. В Крейглисте можно писать, например, район, где вы хотите жить. И посмотреть, например, есть один или с кем-то примерно двухкомнатная квартира в районе Бернвиса, где-то от 2 до 3 тысяч долларов, в зависимости от вашего бюджет, от вашего интереса. Для меня просто номер один — это чтобы в квартире была прачечная. Я без этого не могу. Здесь, в Ванкувере, очень-очень распространено, что прачечная находится на этаже, на первом этаже или на цокольном этаже, немножко полуподвальном помещении. Не в самом юните. Да. И здесь есть сушилки, что можно как бы через монеты или через карточки оплачивать. Это, конечно, неудобно. Это, конечно, каждый человек приспосабливается к этому первое время, но для меня это был один из факторов. Да, я соглашусь. Для меня точно так же. Прачечная своя в своем, в своей квартире, это номер один требование. Да. Для меня прачечная посмотреть, и чтобы, наверное, первый год я в семье жила в цокольном этаже таком, но семья была очень отличная. У тебя был хомстей, да? Да, хомстей, да, я жила в канадской семье. Хомстей, расскажи, что это такое, хомстей? Хомстей — это канадская семья, которая предоставляет комнату для международных студентов, где ты живешь и адаптируешься полностью под канадский менталитет. На самом деле это очень классно, конечно, многие по нашему менталитету могут сказать, вот там проживание в семье, думаешь, как так, ты в чужой семье будешь жить, чужая культура. На самом деле ты узнаешь другую культуру. Ты, если, например, только приехал, ты все-таки практикуешь на английском языке. И есть много каких-то сленгов, которые ты узнаешь. Например, я не знала, что
Хэллоуин, да, очень распространенное мероприятие. Праздник, да. Да, праздник, который 31 октября. Как раз твой день рождения. Да, да, как раз мой день рождения. 31 октября. И мы жили в частном доме, моя семья, хомстей, и на крыльце я как бы как в фильмах смотришь, там они, как бы, дети приходят, обычно собирают конфеты. Там разные костюмы одели, там Спайдермен или там принцесс, всяк. В кино показывают. Да, в кино. Ага. Они стучатся в двери. Я думала, что они, дети стучатся в любую дверь. Оказывается, это не так. Они стучатся только в те двери, у кого на крыльце свет включен. А-а-а. Так, когда у них свет включен, тогда они могут постучаться, что значит этот дом ожидает. Открыт, ожидает ждать шоколадки. Из-за этого интересно. Это делают вечером, чтобы узнать. А если на крыльце света нет, то тогда дети и родители с ними никто не подойдет. Вот и в этом году первый раз, я как раз мы живем в таунхаусе, и я тоже пошла, купила шоколадки, раздавала. И так было мило, такие дети там разных возрастов, которые приходят, там говорят, сладости или гадости. Ага. Вот. Это интересно, вот такие детали, как узнать, да? В кино смотришь, вроде бы так все, но там же такие детали не объясняют. Да. В канадскую семью потом еще фильмы можешь посмотреть. Или, конечно, для меня, например, то, что как в Казахстане у нас есть, мы завтраком, обедом, там полный стол, там все. А тут как было? А в канадской семье, как, например, утром говоришь, что ты будешь там? Говоришь, я хочу хлопья. Ну, говорит, ну, хлопья, и все. Как бы. Это твой завтрак, как бы, и все. А мы как бы провели хлопья, потом, может быть, хлеб с маслом, сыром, что-то еще, как бы еще творог, может быть, немного, там, варенье, как бы. Это и сухофрукты, а там больше, например, есть только одно, например. Только одно. Ну, конечно, можешь спрашивать, причем разные семьи бывают. Возможно, да. Кстати, еще семьи бывают разных национальностей. Да. У тебя какая была семья? Итальянцы, да, которые. А, кстати, много было пасты и пиццы? Нет, не так интересно. Много. Но было интересно, что у меня как бы хомстей папа, он работал с 5 утра как сантехник. Сантехники очень хорошо получают, но тот мой первый пламбер, сантехник. Да, кстати, здесь сантехники, строители очень хорошо получают. Даже лучше, чем офисные работники. Да, и он работал в 5 утра, а потом как-то даже работаешь суп? Я говорю, давайте, говорю, вам помочь чем-нибудь, как в моей голове суп, думают, вам помочь. Да, да, да. И он говорит, не-не-не, садись, говорит, поболтаем вместе. Хорошо. Он достает кастрюльку, мини-кастрюльку, открывает контейнер из-под банки, открывает и говорит, и он наливает, и разговаривает со мной. Я такой, видела такой момент? Хорошо, я ничего не сказала. Потом, и это как бы это совершенно нормально, что здесь есть такой суп, контейнер. Для меня это просто был первый уже год. Приготовленный суп в контейнере, выливаешь, подогреваешь и готово. Да, подогреваешь и готово. Я как-то немножко был небольшой шок, но все-таки нужна адаптация, как бы. И тот момент потом я как раз вечером родителям звоню, говорю, мам, говорю, знаешь, говорю, так-то суп там мы съели сегодня, говорю, мне кажется, что у нас, говорю, собаки даже на лучше едят. Да, суп какой-то ненастоящий был из консервы. Нет, пасты не так много. Не так много. Пасты, наверное, было, но пиццы нет. Пиццы нет, ага. Еще вот смотри, когда хомстей, то еда обычно трехразовое питание включено в стоимость. Да. И стоимость хомстея вот на тот момент сколько ты платила? 10 лет тому назад было 940, когда до 19 лет, потом Совершенно было 890, но у меня была своя ванная комната. У тебя была своя ванная комната. Да, бывает так, что разделяют, бывает несколько студентов еще, и ванная комната делится либо с жильцами, либо с другими студентами из других комнат. У меня как бы запрос был как раз, чтобы... У тебя был запрос, да, можно делать запрос. Кстати, цена неплохо тем, что сейчас не сильно она подросла. Также можно найти за $900 в месяц, трехразовое питание включено, либо это может быть 1100, то есть своя комната и своя ванна. Да. То есть тебе понравилось жить в хомстее для первого времени? Да. Это и первый год лучше жить в семье либо в резиденции. Потому что ты вовлекаешься, да, очень в культуру. Да. И еще я слышала, что семьи некоторые даже берут своих жильцов в хомстее на разные, допустим, поехали со своими детьми на какой-то праздник, тебя тоже могут взять, показать, где grocery store, где магазин. Угу. Правда, да? На самом деле это правда. Я приехала с мамой, потом мне мама уехала, и мы проводили ее в аэропорту. Я помню, у меня даже ассоциация кажется, в аэропорту я просто рыдала крокодильными слезами, что все это. И у меня семья, как бы они как бы, пойдем там, в Starbucks горячий шоколад попьем. И они как бы первые, наверное, особенно 10 дней, наверное, они со мной проводили время, чтобы я в комнате сама не оставалась. То есть они такие заботливые, поддерживали. Они потом говорят, пойдем за продуктами. Они со мной брали потом. Они семья хоккеистов. Спортсмены. Да, спортсмены. И
как раз, я жила с ним, как бы он занимается спортом, на самом деле, у них там в комнате там и висела джерси Овечкина с его подписью, когда сын у них, когда ему было, на тот период 11-12 лет, он говорил, я хочу играть с Овечкиным когда-нибудь. Mm-hmm. И на самом деле, если так смотреть, его мечта осуществилась, сейчас играет он не с Овечкиным, но против Овечкина. Да, да, вот это здорово. Вы, значит, мечтаете, да. Мечты сбываются. И я к себе ходила на хоккейные игры, очень, на самом деле, классно. Конечно, я не скажу, что еда была супер-пупер классная, но... Да, судя по тому, что ты рассказала, да, вот кашка, там, бутербродик. Ну, на самом деле, все было хорошо, как бы, да, но есть были плюсы лазаньи, да, например, ходить вместе на День Благодарения, и я семья ходила, как бы. Да. Это все как бы. То есть здорово, да, здорово приехать на первое время, остаться в хомстее, да, вовлечься в культуру. Да, и потом после год и месяц жила там, после этого я съехала с подругами уже. Вот, а с подругами как ты в квартиру съехала? То есть ты как ты нашла? Вы вместе уже договорились или у подруги уже была квартира? Нет, мы договорились, и... что мы переедем, потому что мне подруга тоже, когда ты учишься, как бы, я же студент, ты встречаешься вот разом с студентами. А тут вопрос, Жар, ты студентка, потому что здесь в Канаде требуют референс-чек, то есть, да, проверку и рекомендации, mm-hmm, плюс любят проверять кредит history. Да. Кредитную историю, чтобы убедиться, что ты платежеспособная. Да. Ты, будучи студенткой, что с вас, с тебя и с подруги спрашивали? То есть, насколько тебе были доступны все возможные варианты? Либо кто-то говорил, что, извините, мы студентов не хотим, например. Ну, я, как бы, мы искали квартиру в университете. Это, как бы, жилой городок на горе SFU, где как раз... Как раз все студенты. Да, да, все, практически все студенты, 95% студентов живут. Ага, ну там, да, конечно, это... уже подразумевают, что студенты снимают. И тот момент, что международные студенты, и когда только тебе 19 лет, как бы ты говоришь, что ты учишься здесь, и когда ты предоставляешь, что ты оплатил за семестр, здесь, да, что ты вот такие-то предметы берешь, и как бы ты предоставляешь банковский statement от то, что как бы что есть деньги, деньги на счету, что можешь оплатить, и ты депозит кладешь. Депозит платишь. 50% депозит. Да. В принципе, это в Ванкувере, потому что, кажется, в Онтарио немножко по-другому, что они там должны платить тоже за 50%, месяц, потом за месяц вперед, потом за 13 месяцев, там немножко что-то по-другому. Да. Потому что я, когда сталкивалась в Америке, то у них такая система, я узнала, что в Онтарио похоже. Да. А в Ванкувере 50% депозит, и, в принципе, многие как бы дают, смотря как бы, если ты, как бы, смотря как бы, знаешь, все такие как бы влияют, например. Да, люди еще чувствуют если по общению так же. Если агентство, то, конечно, они уже больше будут проверять все документы, они говорят, а вот это, вот это, вот это. Но если, в принципе, сам хозяин, то тогда они больше как бы дают уступки. Угу. То есть, в принципе, будучи студенткой, живя в студенческом городке в такой эре, у тебя не было сложности найти другие апартаменты, предоставив нужные документы. Да. Это здорово. И кредитная история, конечно, очень важна. А сейчас, когда ты уже ищешь... сейчас, одну секундочку, вам надо подниматься. Hello? Yes, I'm still filming. Let me give you a call back like in 15 minutes, okay? Text me the answer on my question. Okay, great. Perfect. Okay, sure. We're gonna film another like 15 minutes, and I think 7 p.m., 7:15, I'll be home. 7:20, let's say 7:30 for sure. Then 7:20, it's fine. Very the same time. Okay. Сколько время-то? 6:47. Потому что какое-то время, мне кажется, влюбилось. Да. Так, значит, да, кто-то будет обрезать разговоры. Я отключу на YouTube личные разговоры. Да. Значит, мы остановились... На квартире, то что? На квартире. Да, то есть, получается, да, у тебя не было сложности найти квартиру, живя в студенческом городке. Так вот, мне интересно,
Сейчас ты уже не студентка, сейчас permanent resident. И уже когда снимала квартиру не в студенческом городке, какой был спрос по документам? Кредитная история, конечно. Конечно, тут также уже требует тебе reference. Это reference от предыдущих, где ты жила, например, до этого. Да. Если там я жила до этого, например, скажем, в университете, да, в студенческом городке, они просят контакты нашего лендлорда, да, который менеджера. Или хозяина. А потом, например, некоторые могут попросить референс друзей, там, знакомого. Там, буквально 2-3 референса попросят рекомендательно. Потом попросят, что у тебя был на банковском счету достаточно денег, и проверят кредитную историю. И, в принципе, если у тебя все это есть, то да, квартиру ты из-за можешь этого получить. Кредитные карты здесь очень важны. Очень важны. Мы сейчас обсуждали по вопросу, для чего нужна нам кредитная история, и вообще, для чего нам нужно пользоваться здесь кредитными картами, потому что многие по приезду считают, что не нужны мне эти кредитки, у меня есть наличка. На самом деле нужно, и, кстати, сейчас я тебе задам вопрос тоже касаемо банка и счетов. На самом деле нужно открывать кредитную карту, и даже если у вас есть свои деньги, да, нужно воспользоваться кредитной картой, и там идет 30 дней беспроцентно, и воспользоваться, даже купить тоже кофе $10 и вовремя его, эту же кредитку оплатить. И таким образом строится эта кредитная история как раз для того, что мы и говорили, одна из причин – это чтобы взять себе жилье в аренду, так как эта кредитная история будет проверяться. И не только для жилья, это нужно в будущем месяце даже на квартиру, на кредит, там машины, да, ипотеку, аренду, да, что-либо, да. Очень много последующих необходимых вещей, для чего нам кредитная история нужна. Так вот, про открытие банковского счета и даже той же кредитки, как это сделать новоприезжим? На самом деле сейчас для иммигрантов, для приезжих, для новых студентов, для иммигрантов очень легкие программы, например, я могу только говорить для RBC, как бы я сама работала, и я уже являюсь клиентом больше 10 лет. Это был мой первый банк, который мне моя семья помогла открыть. Они вот привезли, говорят, вот там, открываю в этом банке счет. Я даже не знала, почему, даже, кажется, они даже не спросила, почему. Его просто открыли, потому что они были, как бы, используя этот банк. Да. И все. Я открыла, и как бы, но тот период, когда я открывала, там надо было тогда инвестировать, как бы, скажем, $1000, чтобы дали тебе кредитную карту. А на данный момент, по сегодняшний день, тебе дают кредитную карту практически на $1000 студентам, новоприезжим. И делать то есть $1000 все равно нужно внести? Нет, нет, сейчас уже уже не надо. Нет, да. Есть такие варианты, да, которые как бы дают, например, $1000, плюс открывают банковский счет. Есть такие программы, которые делают первый год, никаких там не надо платить за услуги. Пользование, да, за пользование, да. За пользование кредитной карты или за пользование счетами на каждый день. Тогда можно безлимитно использовать свою дебетную карту, которая на каждый день, и кредитную карту. Это очень удобно, на самом деле, помогает при адаптации, как бы, и построением кредитной истории в том числе. То есть, когда у нас лимит кредита на $1000, это означает, что, пользуя свою кредитную карту, более $1000 мы не можем использовать. Но этого для начала достаточно, чтобы показать даже маленькие суммы. Мы платим вовремя. И потом кредитная история постепенно, кредитный лимит постепенно повышается с $1000. Но пока ты студент, не повышается, только после приобретения PR-картой. Ну, как бы многих ситуаций, но, конечно, все это рассматривается индивидуально. Индивидуально от банка. Вот у меня было BMO, и я тогда заплатила $500 своих, как ты когда-то, 1000, да? Здорово, что сейчас это делать не нужно. $500 своих заплатила, и эти же свои $500, но в кредите, я могла использовать. Потом, в принципе, пока еще будучи студентом, через 2 года, мне еще не PR-карта, мне повысили мою кредитную историю до, по-моему, $3000. Так как я все вовремя делала, а потом с 3000 уже до 6, в зависимости от банка они могут это делать. В зависимости от возраста, в зависимости именно какая кредитная. А какие документы нужны для открытия счета? На самом деле очень легко, как бы, если как ты студент, надо паспорт, то что потом удостоверяющий документ, что ты здесь учишься, это study permit, разрешение на учебу, и то, что ты учишься в каком-то учебном заведении, например, это letter of acceptance или letter of enrollment, они
не спрашивают обычно в многих местах, потому что именно ты занялась на определенный предмет. Потому что бывают случаи, иногда студенты могут приехать, но как бы не пойти в это учебное заведение и просто находиться здесь. Да. И за это, что удостоверились, они как бы спрашивают, где ты учишься. Хотя, извини, перебью, хотя когда мы приезжаем как студент, мы обязаны учиться, чтобы поддерживать свой студенческий статус. Потом это проблема. Даже если на тот период, например, скажем, никто на не полгода заметил. Никто не заметил, но потом последующие будет проблема. На этапе эмиграции или смены статусов это все обнаруживается. Продление даже визы. Продление визы. Потому что они могут попросить даже на посещаемость на тот период, когда я когда-то подавала. В транскрипте как раз видно, какие у тебя были оценки, какие предметы ты сдавал. И если ты не ходил и ничего не сдавал, этого транскрипта просто не будет. И получается, вот оно все и обнаружилось. А когда мы студент, мы обязаны учиться, поддерживать. В принципе, легко открыть. Здесь на самом деле поддержку может любой банк пойти, там многих есть. А визитор? Визитор, если хочет открыть банковский счет. Зависит от, наверное, банка, но на тот период, когда я была, там не было, потому что если есть даже, например, скажем, студент, например, приезжает по программе, не знаю, по обмену, там учиться КОП. Если у них есть разрешение на учебу, то они могут. Если нету, то... Но сейчас, в принципе, вот есть не все банки, CIBC банк, например, они открывают для визиторов тоже аккаунты. Насчет кредитки они не дают, потому что даже нет оснований для пока построения и нет статуса. Визитор это является, это, так скажем, я называю это птичьи права. Нам нельзя работать, нам нельзя открывать медицинскую государственную страховку, нам нельзя подавать на водительские права. И также у нас нет возможности открытия кредитной карточки. Да. Но просто счет в банке дебетовый, его открыть можно. Открыть, да? Да, его можно открыть. Ну вот это интересные такие детали. Как многие спрашивают, узнают разные как бы, банки, пойти узнать, что они предлагают, например. Считаю это одной из самых лучших. Я горда, как бы, где я там работала год и 4 месяца. Но вообще вот хороший совет, то что пойти узнать, какие есть процессы, в каком банке какие условия, потому что они везде разные. Да. Если вы с кем-то работаете, зачастую иммиграционные консультанты или то агентство, которое вам помогает, у них также есть возможность помочь вам и посоветовать, в какой банк обратиться и где открыть банковский счет и кредитную карточку. Зачастую можете спросить у своего специалиста. Есть кредитные карты, выбирайте, которые накопительные там очки. Очки, да. Потому что можно было использовать на путешествия и на покупку разных товаров. Да, и там просто некоторые есть страховки, когда ты путешествуешь. Да, сразу же, если вы через эту кредитку купили свой билет, то уже включена страховка. Например, я, конечно, все продукты только RBC знаю. Там есть такие условия, например, там программа, когда даже в аэропорту можно на VIP-лаунже зайти, если есть такая карта, если тебя можно там, если, скажем, на такси такая большая очередь, то что можешь это даже не ждать. Да, кстати, я вот в этот раз заметила про такси, у меня вот как раз эта карточка, а вот про лаунж я не знала. Сейчас буду знать, спасибо. Надо узнать, потому что тогда всегда все обновляется, там зависит, какой пакет есть, там разные пакеты есть, что там предоставляется, очень много крутых бонусов и... Причем интересно, в этот раз в аэропорту я увидела то, что для владельцев Infinite Visa есть как бы VIP такая проход, но она была закрыта. То есть, мне кажется, только показано. Я не знаю, как это работает. Я думаю, что они, видимо, тоже когда это открыта такая функция, когда может быть закрыта. Ей надо показывать. Да. Или надо показывать все. VIP проход. Да, то есть карточки, они разные, дают свое преимущество. Я думаю, в принципе, так в любой стране, да. Каждый банк, каждая карточка дает свое преимущество и свои программы. Но здорово все узнать до того, как подписывать документы и вступать. Потому что есть очень выгодные варианты. Да. Есть варианты просто быть... Но всегда лучше пробовать. Пока сами не попробуйте, никогда не узнаете. За это нет плохих банков. Есть, например, как бы все зависит от человека. Например, вы пошли какого-то, смотря где там, какой человек вам помог, да, иногда бывает настолько, что человек вам так сильно помог, что вы хотите остаться, неважно там, какие у них там ежемесячные, да, у кого-то там, у всех примерно одинаково, у кого-то у вас просто на 30 центов или там на полдоллара дороже или дешевле, как бы, небольшая разница.
То есть здорово постоять для себя, потому что каждому подходит свое. Кому-то подходят очки для путешествий, а кто-то хочет, допустим, возврат $1 к там, то есть там разные есть условия. Здорово, спасибо. Еще у меня к тебе такой вопрос для желающих приехать. Когда можно продавать свое жилье и уже, то есть уже сказать все, я все продаю там, остаюсь тут, на каком этапе? Наверное, уже когда уже решили, что вы хотите переехать, когда вы получили, сначала, когда вы хотите переехать, вы здорово, это значит правильно, когда вы решили уже переехать, и когда вы получили уже документы на PR, и тот момент вы можете задуматься, когда у вас уже карточка в руке, что вы, у вас есть карточка в руке, если вы хотите уже жить в Канаде, тогда уже можно продавать недвижимость. До этого времени, конечно, вы можете продать там мебель, какие-то невозможные вещи, вот как-нибудь использовать технику, потому что она как бы устаряет. Если у вас новый телевизор, если хотите продать, то конечно. Но само жилье лучше не продавать, лучше, наверное, сдать в аренду. Чтобы была подушка безопасности, да. Так как пока у нас идет процесс, да. Это либо визитор, потом студент, либо работник, и еще не PR-карта, то желательно знать, что есть место. И... Потому что многим, например, даже климат, возможно, не подойдет. Возможно, да, даже узнать себя, да? Да. Угу. Как бы через некоторое время, возможно, я устала, я хочу домой. Да. Именно бывает такое, что непонятное ощущение, что ты хочешь обратно, и лучше, конечно, иметь место, где... Ну, вы, если знаете, вы не хотите, что не будете сожалеть, то, конечно, да, можно. Да, точно уверена, что будете оставаться здесь. Но уверенность – это одно, плюс правильность потом заполнения всех форм и шагов именно к иммиграции – это еще один фактор. Но лучше, конечно, подождать. Лучше подождать, если, конечно, есть несколько... Или хотя бы, например, если вы хотите уже точно знать, что продать, хотя бы, чтобы у вас была хоть одна комнатная квартира, куда можно было вернуться. Да, можно вернуться. Либо бывают такие случаи, когда нужны деньги, то есть не нет дополнительных накоплений, а есть квартира, но деньги нужны и на первое время, и для того, чтобы здесь себя уверенно чувствовать, тогда это случай, когда можно продавать и уже пользоваться этими деньгами сейчас, для того, чтобы уже жить в Канаде. Все равно лучше, конечно, если есть возможность постараться хотя бы, чтобы оставить, чтобы сдавать в аренду и получать какой-то там доход со своего же жилья. Да, полностью согласна. Чтобы покрывать какие-то расходы. Да. Конечно, сегодня, возможно, не покроет, но все-таки хотя бы частично, чтобы так чувствовать себя увереннее, так скажем. Спасибо, Жарочка. Нет, всем спасибо. Ты поделилась информацией с первых уст. На самом деле, появится у нас больше вопросов, мы обязательно Жару пригласим еще и все спросим. Приезжайте в Ванкувер, вам здесь понравится. Да, полностью подписываюсь. Согласна. И я желаю тебе успехов. Спасибо. 10 лет в Ванкувере это уже... Кстати, когда ты приехала? Какого числа? У тебя уже... 1 сентября, да, как раз. То есть 1 сентября было 10 лет. То есть у тебя твой 11 год. Я сделала как раз на YouTube-канале видео за сколько причин? 17 причин, за что я полюбила Ванкувер. Да, у Жары, кстати, есть свой YouTube-канал. Подписывайтесь, и она расскажет там больше интересной информации. Да, и вы там можете увидеть интервью с Аленой как раз. Да, кстати. На другие вопросы. На самом деле, потому что здесь очень много те вещей, которые мы не замечаем. Например, одно из факторов было, я люблю Ванкувер за бесплатную воду. Как бы, возможно, это покажется. Да, но это супер. Это супер причина, почему можно любить Ванкувер. За бесплатную воду, чистую воду из-под крана. Мы пьем воду из-под крана. Да. Она как бы многим, особенно когда ты, например, я уже сколько здесь... 9-10 лет прожила, и как бы я не задумывала, что я люблю, например, утром просыпаюсь, я выпью там полстакана там, или пол-литра там, воды из-под крана. И думаю, что каждый день пьешь, а потом в ресторанах, да, и потом, когда ты уже едешь куда-то, например, в Европу, там ты покупаешь воду. Вот даже в ресторанах здесь приходишь, воду приносят вообще по умолчанию. Да. То есть ты за это не платишь, ты знаешь точно, что вода у тебя будет, просто тебя спрашивают, ты хочешь со льдом, без льда, иногда спрашивают, если хочешь спаркли, газированную платить. Но если говоришь steel water, то есть или tap water, с лимоном или можно с лимоном
попросить, да. Можно попросить теплую, кстати, да, воду. Корректно. И ты к этому уже привыкаешь, да, и потом, когда едешь в другую страну, и тебя спрашивают воду, и ты за эту воду еще должен платить там, а в некоторых случаях это по 8-10 долларов или евро, то, например, кстати, в Сингапуре так было. И так думаешь, интересно. И начинаешь ценить, насколько ценно в Ванкувере, когда ты... Это уже такой комфорт, и ты так к этому привыкаешь. И много таких вот нюансов. Таких small talk. Я вот просто села, как бы, да, я говорю, я не могу жить без маленьких разговоров small talk, потому что там кто-то в автобусе или там в лифте, там hello, там как бы там... Кстати, вот это вот hello, how are you, да, у нас зачастую, и даже вообще существует такая тенденция, что это все фейк, это не настоящее, и что значит, как дела спрашивают? Этому человеку без разницы, как у тебя дела, а он спрашивает для чего? Для галочки. И зачем вот эта вот эта искусственность? Есть такое? Да, ну как бы да, но потом, когда ты находишься, если ты уже привыкаешь к этому... А ты согласись, ты привыкаешь, это не искусственно, это искренне. Это искренне, потому что как бы вроде в лифт заходишь ты, когда, ну, как бы в основном, да, там в лифте, да. И ты как бы начинаешь разговаривать. За минуту можно, не знаю, столько всего угодно узнать иногда бывает. Или там в кофейне, или в автобусе кто-то там, ну, говорит, о, там, просто заговорить, там, или ты по телефону говоришь, о, там, ты разговариваешь на русском, как так, откуда ты русский знаешь, там. Да. И ты начинаешь вот там объясняешь откуда-то. Потому что в банке, например, был самый распространенный вопрос, это как, откуда ты, потому что как мое имя, как пишется AZHAR, и они говорят, а ты, говорит, там, с востока, говорит, с Ирана или там. Да. Я говорю, нет, я говорю, я не оттуда. Потом, говорит, ты, говорит, азиатка, говорит, ты вроде японка, китаянка, говорит, но у тебя такой акцент другой, говорит, Eastern European. И они начинают, да, вот это обсуждать. Как да, бы, да, потом, да, им говорит, интересно, им да. искренне интересно. Ну, говорит, ну ты высокая, говорит, ну ты как бы азиатка, а азиат обычно, говорит, северный, может, северный Китай, говорит, ну северный Китай, ну ты хоть и другой акцент. И это настолько как, интересно, как люди как бы рассуждают. И, да. Причем, согласись, ему на самом деле интересно. То есть они когда вот спрашивают, они прям engaged, то есть они вовлечены, и им интересно вот познакомиться с новым человеком, узнать, откуда ты. И даже вот вопрос, как у тебя дела. То есть мы не говорим, что мы вдаемся в подробности, как началось наше утро. А здесь больше даже вот как-то поднять друг другу да. настроение, что ты в социуме находишься, угу. даже вот как дела, и вот какой-то такой small talk, да. он на самом деле очень приятный. Да, в России, я так понимаю, да. в Казахстане, в Украине да, этого приятно, нет. На самом деле даже как бы те люди там, как бы, например, скажем, искала там парковку, там крутила, там, угу. думаю, ладно, маленькое место, потому что я только недавно начала водить машину, и такая, там, ладно, рискнуть, припаркуюсь, как бы, там маленькое место, говорю, рискну все-таки. Ага. Потом пожилая пара, как бы, они говорят, типа, говорят, wait, типа, говорят, подожди, говорят, ты можешь встать на наше место, говорят, там еще оплачено. Это было так мило, что человек, да, мог бы, они могли просто проигнорировать, да, как бы, я там сама бы увидела, но они как бы там 15 минут оплачено, они сказали, ты встань сюда, как бы, и все, как бы. Вот, это да. было приятно, мелочи, но приятно. Мелочи, но приятно, да. Кстати, да. у меня тоже был такой опыт, когда я выезжала с парковки, и там тоже место, и у меня был билетик, и я проезжаю, я вижу, человек едет, я остановилась, и мы, получается, так, он туда, я сюда. И я говорю, подождите, он такой, я говорю, вот вам билетик, вот это место, я сейчас с него уезжаю, можете там, о, спасибо, здорово, класс. Так же происходит с билетиками, сейчас уже по-другому, да. компас сейчас карт, да. а были билетики, сейчас, все равно сейчас есть билетики, да? Да, где SkyTrain, они вот именно где на метро оставляют. Да, оставляют. И... А, сейчас даже стали оставлять, потому что да. я помню, я тогда, когда пользовалась, я прям, у меня еще, допустим, там оставалось от поездки, еще этим билетом можно пользоваться час, и я вижу, кто-то по покупает билеты, пока он не купил, я подхожу и говорю, держите, это вам. Все, о, спасибо, классно. Ну, на самом деле, есть такие моменты очень приятные, которые и поднимают настроение, да. и чувствуешь вообще заботу друг друга, это здорово вообще. Поэтому, да, Ванкувер, вообще Канада, очень толерантная страна, очень милая, полайт, и в этом есть плюсы для каждой дневной своей жизни. Да. Каждый может найти то, что ему понравится. Да. Спасибо, Жарочка. Да, то спасибо, есть было Лена. Очень здорово с тобой да. пообщаться. Спасибо. Спасибо. Приезжайте к нам в Ванкувер. Будем все общаться. Да. Жизнерадостные, довольны. И если у вас есть такая цель, и вы хотите, вы обязательно ее добьетесь. Можете сконтактировать меня, я вам в этом помогу. И вы окажетесь тут. Спасибо. До связи. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.